Ляды казахского народа называют поэму «Елемай». Это своего рода летопись, которая рассказывает о быте и жизни Казахстана 18 века. Поэтому памятник литературы и истории вполне заслуживает отдельного монумента. Его установили при поддержке международных благотворительных фондов. События, о которых говорится в поэме, в народе называют «Годы великого бедствия». Памятный камень установили на перевале Каратау трассы Шаян-Шолак-Курхан. Предгорья Каратау безмолвно хранят память тех смутных времен. Слова песни очень глубоко передают боль народа. Поэтому мы сочли своим долгом увековечить память этого великолепного произведения. Долгое время «Елемай» считали произведением народного творчества. Однако ученые доказали, что поэма принадлежит перу легендарного полководца, поэта, музыканта Кожаберген Жырау. Батыр был одним из предводителей борьбы против джунгар. «Елемай» — это призыв к защите родной земли. Это гимн бессмертия и бесстрашия наших предков. Открытие памятника – это дань их героизму. Это наша лепта в воспитании патриотизма у подрастающего поколения.